Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. И, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодня хочу поделиться с вами боксом зарубежным CoinEx, собственной биржей. Мы будем зарабатывать без вложений токен CoinEx. Значит, здесь можно это все перевести и прочесть. Есть соцсети. Можно присоединиться. Есть мобильное приложение Google Play. Я с телефона не работаю. Вопрос-ответ. Это все можно как бы здесь все прочесть. Регистрация наипростейшая. Логин, email, пароль. Ставим галочку, разгадываем капчу, заходим по электронной почте и паролю. Подтверждаем обязательно электронную почту. Я же войду в кабинет. И что мы должны сделать, друзья? Я зашла здесь 17 числа, зарегистрировалась. Но работать я как бы не стала. Значит, так как я погуляла по кабинету, здесь надо было делать курс, верификацию кабинета. И что-то я как бы не стала. Ну, верификацию, оказывается, делать не обязательно. Но нужно обязательно сделать двухфакторную аутентификацию, защиту двухфакторную. Что я сделала? Сюда нажмете и сделаете двухфакторную защиту. Так, ну что, здесь мы зарабатываем, как я сказала, без вложений. Давайте все по порядочку вам покажу. Вот я вчера просмотрела рекламку. У меня 0.10 CoinEx монет стало. Вот они. И здесь какие адреса кошельков. CoinEx, Bitcoin, Ethereum, XRP, USDT и MyWather Wallet, чтобы вот поддерживал токены. Значит, на балансе у меня здесь по балансу 0.1 монетка. Далее, что? Переходим в сеттинг. Здесь нужно прописать, я все потом сделаю, first name, last name, имя, фамилия, username стоит, почта стоит по умолчанию. Конечно, это все желательно проделать. Мобильный телефон, адрес, это все здесь перевести, нажать submit. Далее. Так. Вот это вот здесь двухфакторная аутентификация. Курс, как я сказала, верификация не обязательно, друзья. Далее, по кредиты у нас здесь мы будем. Это рекламная площадка. Переводим на русский язык. Купить кредиты. Покупка по кредита. Значит, только 5000 ПОВ в наличии. 4000. Так, ну вот такой вот здесь перевод. Вы готовы потребовать ПОВ. С этим вы можете просмотреть больше номеров. АДС это дает вам возможность генерировать CoinEx в течение 1 года. Компания имеет право предпринимать любые действия при определенных обстоятельствах. Значит, здесь вот купить ПОВ кредиты. И здесь ПОВ кредиты вот показано 1 ПОВ кредит равен 100 CoinEx монет. Так. Далее. Так. А здесь будут отображаться активные кредиты. У меня нет ничего. Далее здесь реклама. Можно рекламить свои проекты. Доступные по вклике, значит. Здесь что у нас? Пакеты. Один пакет. 1000 кликов. Тут вот выбираем. Так, и баннеры. Баннерная реклама еще. Далее что сделать? Компания. Также заглавие, описание, URL. Ну, как букс, друзья. Сколько вот? 15 секунд, 30 секунд. Здесь баннеры. Загружаем баннер. Здесь будут отображаться активные компании, удаленные, статистика. Далее кошелек. Значит, от CoinEx. Здесь у нас что мы делаем? Так, вам нужно, чтобы вы предоставили некоторую основную инфу, чтобы вы могли обработать вашу валюту, отправить как можно скорее. Так, минимальная сумма 50, максимальная 500 монет. CoinEx токен. Значит, биткоин, Ethereum, пульсация, CoinEx токен и MyWather Wallet. Так. Так, здесь кошельки. Вот у меня монет.
как бы можно скрыть нулевой баланс, открыть. Понятно это, да? Так, переходов. Здесь у нас, друзья, реферальная ссылочка. Сюда нажимаем и копируем. Кто хочет, может приглашать. Здесь операции. Наши, как бы, бесплатное объявление просмотр 10. Так, платное объявление. Реклама, покупка у меня нет. И история у меня тоже нет. Далее, как мы здесь будем просматривать рекламные объявления. Нажимаем VIF ADS. Вот сюда. И у нас 10 рекламок. Так, 3, 6, 8, 10. Значит, нажимаем на рекламку. Идет вот здесь, вот идет отсчет времени. Ждем несколько секунд. И вот за каждую за этих 10 рекламок нам, как я поняла, я вот вчера посмотрела, 0.10 монет CoinEx. Нажимаем вот сюда, вот на первую вкладочку. Нажала. Видите, здесь появилась циферка 1 из 10. Далее уже нажимаем Next. Я поставлю на паузу и просмотрю всю рекламку. Я просмотрела 10 реклам из 10. Возвращаюсь, обновляю страничку. Все, у меня вся рекламка просмотрена. Нажимаю дашборд. И у меня стало, смотрите, CoinEx монеток 0.20 монеток. И POV баланс у меня стал 0.2 монетки. Так. И Free ADS, вот у меня 10 из 10 просмотрен. Здесь идет отчет времени, когда обновляется и появляется новая рекламка. Как я сказала, здесь присутствует собственная биржа. Нажимаем вот трейдинг сюда. И мы попадаем в биржу. Здесь можно торговать с монетками. Сейчас загрузится, значит. Здесь монет, конечно, маловато. Так, Ethereum, Bitcoin, XRP, BTC, CoinEx. То, что мы собираем монетку, с биткоином торгуется. Значит, опускаемся ниже. И, как я уже сказала, можно торговать, можно купить, продать, как бы био. Продать, сел, купить. Так, ну здесь будет статистика. Вот. И здесь можно как бы вот заняться, друзья, торгами. Например, вот нажимаем CoinEx Bitcoin. Да? Как бы и вот здесь торговать. Так, далее. Возвращаюсь в дашборд. Друзья, вот здесь три полосочки. Смотрите, значит, дашборд send, отправить, как я уже вам показывала, значит, минимум, так, 0. Давайте переведем на русский, здесь нет русского языка, так, 0.2 и максимум 2 монеты, выбираем биткоин, тут Ethereum. Ну, вот криптомонетки. Сюда вставляем количество, код аутентификации. Как я сказала, она обязательно, потому что без этого нам монетки будет не вывести. Так, далее. Сейчас рекламку закрою. Далее. Так, послать, получить. Также мы можем, как бы. Тоже здесь выбираем валютку, какая нам надо. Далее сделка. Сделка, вот тут я вам показывала, это биржа. Можно торговать. Далее, друзья, здесь есть еще для YouTube-блогеров, кто делает видеообзоры, друзья, баунти-программа.
время, ну там я перевела как бы, и смотрите, что здесь нам предлагают. Сделайте 5-минутное видео о CoinEx, объяснив, что такое CoinEx, последнее предложение по запуску POF, наш внутренний обмен и как пользователи могут генерировать криптографию, просматривая рекламу. Все языки разрешены. Значит, лучшие 10 видео будут отобраны 5 ноября. 5 видео будут вознаграждены по $100. Это в биткоин, так, каждый. А остальные 5 пользователей будут вознаграждены 1 POF монеткой. Каждый. Отправьте свое видео до 25 октября, друзья. Сегодня у нас 23. Осталось 2 дня. Так, представления после 25 октября не будут разрешены. Давайте снова сделаем криптографию великолепной. Значит, нам нужно что сделать? Сюда записать обзор. Значит, и сюда вставляем ссылочку на свой YouTube. В описании под видео нужно вставить свою реферальную ссылочку, свой адрес биткоин кошелька и свой юзернейм в проекте. Обязательно это. Значит, реферальная ссылочка, адрес биткоин кошелька и свой логин. С этим понятно, кто будет делать. Значит, здесь добавьте свою реферальную ссылку, имя пользователя и адрес БТЦ в описании под видео. Так, с этим разобрались. Здесь просмотр объявлений. Ну, вот я вам показывала. Значит, билет поддержки. Значит, тема, категория выбираем. Краткое сообщение, если есть, загрузить файл и представить. Отправить, значит. Здесь новости. Вот. Тоже это все можно как бы... Как проверить свою учетную запись. Время запуска, начало работы. Друзья, время запуска 12 сентября, по-моему, 2019 года. Вот, стартовал. Он еще свеженький. Вот только что как бы он стартовал. Ну, вроде как все. И выйти. Так. Приборная доска. Вот такой вот букс. Кому интересно, присоединяйтесь, пользуйтесь. Ну, неинтересно, друзья, проходим мимо. В принципе, это все, что я вам хотела показать. Всем удачи, больших заработков. Надеюсь, что продолжение будет следовать. До новых встреч.